Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Earn to Die. Заработай и умри. И мы открыли новую тачку. Мороженщика. Тачка мороженщика. И здесь мы что-то можем улучшить. Нет. Нам нужно зарабатывать деньги. Ну что ж, отправляемся. Такая тачка. Смотри, как у нас зомбаки прям прыгают на тачку. Да. Сейчас мы ее будем прокачивать. Но здесь, смотри, много туннелей. А машина вот эта мороженщика, она тяжело проезжает, я смотрю. Надо будет улучшать. Улучшать-то не улучшать. Надо будет еще аккуратно ездить научиться. Что, нам заплатили денег? 15 тысяч, нормально. Что мы можем купить на эти 15 тысяч? Ну, давай купим колеса. Вот так, хорошо. Колеса мы купили и едем дальше. С новыми колесиками. О! Будем улучшать колеса, не знаю зачем. Ну, колеса дают нам сцепление с дорогой хорошее, и мы можем хорошо подниматься в горку. Поэтому я считаю, колеса это вообще вещь очень даже нужная. Так, сейчас будем заканчиваться бензинчик. Да, все, бенз закончился. Все, а мы все равно продолжаем ехать и убивать зомбаков. Ну все, остановились. Едем в гараж. 10 тысяч. На 10 тысяч что мы можем здесь приобрести? Только двигатель. Все. Едем дальше. Ох-ох-ох-ох-ох. Друзья. Увеличен, у нас улучшен двигатель. Но не улучшен бензобак. Далеко, конечно, мы не уедем. Но все равно немножко что-то дозаработаем, немножко денежек. Все. Отлично. Давай, давай, разбивай, разбивай все. Вот автомобильчик мороженщика. Уже горит. Уже горит двигатель, и все. Мы приехали. Не хватило нам. Давай купим топливный бак. Да. Поехали. Будем ехать немножко дальше. Ну, заработаем немножко больше денег, естественно. Потому что за каждого убитого зомбака нам дают деньги. Ну и вообще, в общем, чем больше мы проедем трассу, тем лучше. Смотри, а на заднем фоне у нас открывается интересный вид. Это какой-то завод большой. Это город полуразрушенный. Да, а в тех сериях я уже что-то забыл. Что там было у нас? Никто не помнит. Все, кончился бензик. Сколько? 14 тысяч заплатили, да? Хорошо. Ага, что мы здесь можем улучшить? Пушка стоит 96. Офигеть. Отстреливает зомби, прежде чем они столкнутся с машиной. Ну, понятно. Ну, давай улучшим коробку передач. Угу. Ну что, поехали. Нам надо будет этот купить еще. Ускоритель, естественно. Сейчас мы увеличили общую скорость. Максимальную, да? Сейчас вот у нас максимальная скорость. Это около 40 км в час. А ну давай. Сейчас мы на открытую. Да, под 40 идет. Под 40. Но в среднем где-то 20 км в час. Это мало. Поэтому надо будет улучшать. Вот такой у нас мороженщик, автомобильчик. Автомобильчик мороженщика. Опа, все, бензин закончился. Приехали. Ага. Развесовку сейчас купим. И едем дальше. Да, тут все очень дорого, конечно, в магазине. Вот. День 79-й. Здесь, скорее всего, надо будет нам купить двигатель помощнее. Вот, хорошо. Такой вот был автомобиль у нас на заправке. Автомобильчик мороженщика.
О, все, давай. Вот, молодец, давай дальше едем. Едем дальше, сколько максимально мы можем проехать. Хорошо. 17 тысяч нам дали долларов. Купить мы, к сожалению, вообще ничего не можем, поэтому едем дальше. Ну, не знаю, ускоритель, наверное, куплю. Мне интересно, с ускорителем как будем ехать. Вообще нужно, конечно, бензобак здесь в основном. Здесь в основном бензобак. Потом начнет машинка у нас взрываться, ломаться. Потом делаем броню на автомобиль. Ну вот, как бы вот броня и бензин, бензобак. Это вот две такие вещи, которые нужно раскачивать. Увеличивать. Конечно, если сейчас я ускоритель смогу купить, я куплю, конечно же, ускоритель. Потому что это будет интереснее. Все, видишь, и машина разламывается потихонечку. Вот ускоритель, мы можем купить ускоритель, хорошо. О, два раза даже мы купили, отлично. Нифига себе, ускоритель какой смешной. А ну, сейчас проверим. О, нормально, смотри. Дает он, да, жару? Сейчас здесь проедем. Во, отлично. Сколько у нас еще этого ускорителя? Много, нет? Все, ускоритель закончился, к сожалению. Да, ну смотри, уже машинка наша разломалась сзади. Ох. Давай, вот, ну, в принципе, бензика еще есть. Много еще есть бензика. Давай, машинка наша. Вот, хорошо. Сейчас мы больше денежек заработаем. Опа, кончился бензин. Ё-моё, чуть-чуть осталось. И убили мы это зомбака. Зомбак сидел там. Хорошо. Увеличиваем. А мы увеличим, знаешь что? Движок. Вот так, хорошо. Едем дальше. Вот, зверь-машина вообще. Зверь, шайтан-машина. Опа. Ох, нифига, смотри, как я залез. Офигеть. Нифига, какой зомбак, смотри, как огромный, жирный такой. Ух. Ох, нифига, смотри, мог. О, офигеть. Машинку разломала. Это я увлекся прям ускорителем-то. Слушай, может мне это еще ускорителя купить? Мне понравилось, как машинка разламывается. Давай. А, ускорителя нету, но все равно. Хорошо. А двигатель сломан. Ладно. Отправляемся. Да, мы сейчас купим ускорителя. Хорошо. Поехали. Сейчас мы здесь, я знаю, в каком месте. Сейчас здесь доедем сюда и сейчас сделаем с ускорением. Ускоритель сейчас используем, проверим. О, вот здесь вот, о, вот здесь, смотри. Опа, блин, врезались, ё-моё. Мы врезались в этот столб. Ну, интересно, смотри, машина какая у нас. Кабина. Да. Далеко мы, конечно, не проедем. Да, двигатель сломан, к сожалению. Хотя бензинчик у нас еще был. 21. Смотри, давай купим бензин и будем аккуратно просто ехать. Будем просто аккуратно ехать, чтобы наша машинка не разломалась по дороге. Вот так. Ускоритель пока не будем использовать. Потому что мы разломаем весь наш автомобиль. Опа, а тут надо было, кстати, в принципе, использовать. О, давай. Ух ты. Да как, в смысле, отлично, у меня разломало полностью машину. А, ускоритель закончился, ну ничего страшного. Опа, двигатель сломан. Да ё-моё, чё он на этом месте ломается? Постоянно. Найдем гараж. А ничего купить-то я не могу, все равно. Едем дальше. Сейчас мы тогда, знаешь, что сделаем? Сейчас мы будем взлетать. Сейчас проедем здесь немножко, вот. И вот в этом месте мы сейчас взлетим. Опа, полетели. Опа, взорвались. Давай, сколько, насколько есть у нас мощи. К сожалению, там сделали такое
плохое место, что потолок, и он в потолок врезается и ломается. Ой, наш автомобиль. Опять сломался двигатель. Смотри, только мы сюда подъезжаем, и ломается двигатель. А ну-ка, подожди, вот мне интересно. Я сейчас ничего покупать не буду. Я куплю даже, ладно, топливный бак. Максимум. Сейчас просто буду аккуратно ехать. Сломается у меня там двигатель или нет? Я аккуратно еду. Все. Я даже притормаживаю на втором месте. О, здесь я могу ускориться, в принципе, немножко. Ну, совсем немножко. Мне не нужно здесь прям сильно прям ускоряться. Вот так вот, аккуратненько. Тихонечко. Вот. Мне интересно, почему в этом месте постоянно ломается двигатель? Как будто скрипт какой-то написан. Сейчас мы просто проверим. Ух ты. А, нет, смотри, мы доехали, да? А, смотри, двигатель сломан. Он просто в этом месте, бац, и ломается. Но это скрипт какой-то написан. Он меня не пускает туда дальше, пока я не куплю защиту. Я защиту не буду покупать. Мне интересно. Я сейчас знаю, что куплю. Я куплю ускоритель, например. Ага. Сейчас еще раз попробую доехать туда. Сломается у меня опять автомобиль или нет? Я прям сейчас вообще аккуратно-аккуратно буду ехать. Вот так. Чтобы не повреждать его. Вообще аккуратненько-аккуратненько. Вот, видишь? Ух ты! Там что-то тело у меня или что? Я вообще еду аккуратно, все. Сейчас просто проверим. В этом месте опять у него будет ломаться двигатель. Так, все, тихо, аккуратненько едем. Максимально аккуратно. Смотри, ни с чего, ни с того, ни с сего. Двигатель сломан. Да почему? В смысле? Чего ему ломаться-то? Это типа скрипт здесь написан. Прикинь, короче, мы открыли, короче, что тут скрипты. Ага. Ну, будем делать броню тогда. Ну, это в следующей серии будет. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал, ставьте колокольчики, пишите комментарии. Всем пока-пока.